250 спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края участвовали в чемпионате Бурятии по ушу «Кубок Золотого Дракона». Спортсмены выступали с показательными номерами. Вы знаете, в городе Улан-Удэ данному виду спорта уделяется большое внимание. С каждым годом желающих заниматься все больше и больше. Наши спортсмены в городе Москва завоевали первое место в командном зачете. Это на Кубке России в городе Москва. Ушуисты на соревнованиях не в первый раз, но все же волнуются и переживают. Ну, чуть-чуть грустно я, потому что не занял место. И веселый, ну, потому что соревнования. Ну, достаточно хорошие соперники были, достаточно хорошие соревнования. Каждый раз я приезжаю, и вот перед ковром стоишь, постоянно волнение, несмотря на то, что это уже не в первый раз там стоишь. По итогам соревнований лучшие вошли в состав сборной. Уже в январе ребята поборются за медали на чемпионате Дальневосточного округа по ушу. Александр Гостев, Ринчит Павлов, телекомпания АТВ.